Второе за месяц землетрясение произошло в Италии. Толчки магнитуды 5,4 почувствовали жители центральной части страны. Они продлились всего несколько секунд, эти толчки, но успели сильно напугать итальянцев. Ощутили землетрясение в Риме. К счастью, ни люди, ни античные памятники не пострадали. Жители покинули дома, помня о страшных разрушениях и жертвах, которые оставило после себя прошлое землетрясение. Но в этот раз все действительно обошлось. Толчки затронули лишь линии электропередачи в некоторых районах. Там на некоторое время люди остались без света. Известно, что очаг землетрясения залегал на глубине примерно 9 километров.